веселые, радостные. И вообще хочу, чтобы наступило такое время, когда вся жестокость наша останется только в ритмах музыки. Нам нужен мир, нам нужен мир. Мира ей в тот вечер, похоже, особенно не доставало. За пару часов до этого ленинградского концерта Алла Пугачева заселялась в гостинице. Сцена простой прописки оканчивала эру советской эстрады и открывала эру шоу-бизнеса. В 87 году вот эта вот гостиница «Прибалтийская» была самой шикарной гостиницей в городе. 40 номеров люкс и 20 апартаментов с двумя этажами. Вот в одном из таких апартаментов должна была поселиться Алла Пугачева. Она в этом номере селилась всегда, когда приезжала в Санкт-Петербург. Но ей предложили занять другой номер. Такое просто жуть, жуть, жуть. Не уснуть, я снова не усну. Предложила? Начальник службы размещения Нина Ивановна Байбакова. Эту фамилию вместе с Пугачевской выносили миллионными тиражами советские газеты, описывая, как певица поносила матом гостиничного администратора за то, что забронированный на Пугачеву номер оказался занят. Слушай, ну а что тут было делать? Ну вот, я администратор гостиницы, ты гость. Я говорю, добро пожаловать, ваш номер уже занят. Вот прекрасно, с какой стати это занят? Потому что мы вас ждали, а вы опоздали. О, замечательно, вы должны были меня ждать, потому что мой номер забронирован. Ничего подобного, я говорю, согласно инструкции. А, согласно инструкции, у вас, видимо, и шлюхи по ночам здесь ходят. Еще себе, блядь, инструкция. Дайте посмотреть, вот, не снимай. Скандал в Прибалтийской – это первый настоящий скандал по-западному. Звезды в СССР, хоть и были, но атрибутов звездности, денег, домов, машин у них не доставало. Выходит, скандал был единственным, что советские звезды могли себе позволить из западного арсенала. Давайте я вас компрометирую уже на всю жизнь. Давай, для истории. Давай. Это был шаг в сторону вот как раз шоу-бизнеса. До этого шоу-бизнес был такой довольно сомнительный, а это вот начался настоящий. Тот акулий шоу-бизнес, где выживают немногие. А я тут перед вами кривляюсь и танцую. Где ваши руки? Ведь его тоже. Где ваши руки? Такой шоу-бизнес. Вот, судя по всему, это тот номер, который тогда так и не дали Пугачевой. 1-1-1-1-1. А поселился в нем какой-то странный гражданин. Алла? Алла? Ушла. Вечерний Ленинград вышел с передовицей. Звезда распоясалась. Почему ее стали так гнобить? Это было предчувствие новой эпохи. Начиналась эпоха желтой прессы, а это стало общественным достоянием, вот этот поступок. Можно было обсуждать открыто, чуть ли не ток-шоу делать. Но и голос Пугачевой в холле Прибалтийской, и голоса учителей и врачей, одобрявших и порицавших певицу, прорезались, похоже, только от того, что вся страна стала жить голосом. Точнее, гласом. Вошедшее в обиход понятие гласности означало разрешение самых высоких трибун, самых невиданных прежде свобод. Хватит кормиться с центрального бюджета! Десятилетиями зажатая в стандарты строгого официоза эстрада на гласность отозвалась неслыханными прежде голосами. Песня называется либо «Ай-яй-яй». Белые кеды с костюмом. Образ исполнителя песни Комарова волновали устои режима не меньше, чем содержание самой песни. Этот хит середины 80-х, кажется, родил неслыханную прежде в СССР линию песен. Без всякой линии, ни про что. На недельку до второго я уеду Комарова. Вот оно, Комарова. Комарова. Это вообще финская территория бывшая. Кстати, блатное место.
Блатное? Блатное. Тут жили, собственно, работники культуры и умственного труда. Ну, то есть на недельку до второго я уеду в Комарова, так легкомысленно мог себе позволить сказать только, я не знаю, правительственный чиновник или поэт, актер. Скорее правительственный поэт. Названная в честь президента Академии наук СССР местечко, и тогда, и теперь Питерская Рублевка, резиденция ленинградской элиты. На небольшом кладбище могила самого известного жителя Комарова, Анны Ахматовой. Они вдалеке от берега Финского залива, новый герой из 80-х, в песне Игоря Николаева и Игоря Скляра «Искал клады». Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. Конечно, было время больших надежд. Вот сейчас. Вот сейчас было ощущение, перестройка, что-то начало двигаться. Друзья, перестаньте ругаться. Дико гордился, вышел «Огонек» в 86-м году с моей фотографией на обложке. Такой позитивный. Песня «На недельку до второго», она каким-то таинственным образом связана с «Белой горячкой». Потому что где же здесь водолазы в этом Финском заливе? И клады. И клады. Вот человек добился явно, что Финский залив, но здесь можно пройти 3 километра потеплее. Те воды будут, собственно, ну, тебе по пояс. И вроде никакой крамолы, но живет четкое ощущение. Еще несколько лет назад на телевидении такого бы не пропустили. Еще большим чудачеством смотрелись чуть приспущенные очки под львиной укладкой Игоря Корнелюка. От такого образа трудно было ожидать песен о Красной Армии. Вы знаете, трамвай – это кайф. Я хорошо помню эту запись, где вы стоите и так как вы подпрыгиваете. В те годы писались песни там про партию, про родину. Да. Лучше слово «товарищ» ничего не нашел я на этой земле. Вот какие-то правильные песни. И, конечно, написать песню вот на трамвайную тему, это казалось, наверное, чем-то таким мелким. Когда билет на балет включили в ежегодный гала-концерт «Песня года», это был знак всеобщего признания. 88-й стал последним годом, когда Игорь Корнелюк ездил на трамвае. Весь тот ряд песен, уже так называемых условно перестроечных, они были реакцией как раз на весь тот официоз, который был до. Солнечному миру! Да! Ядерному взрыву. То есть на весь этот пафос вот мы отвечаем таким. Мы отвечаем бессмысленно. Здравствуйте, товарищи! Продолжаем программу телепередач на завтра. Александр Барыкин, похоже, единственный, кто своим чудачеством протестовал осознанно. Не став сверхпопулярным рокером, его группу «Карнавал» всякий раз закрывали, Барыкин было не разобрать, в самом деле такой или пародирует попсу. Завтра. Написал я всего одну песню. Нет, две. Про букет и песню про 20.00. Все. Я буду долго гнать велосипед. И как-то я оказался сразу в этом бомонде. Прям утром встал и все, понимаешь? Нарву цветов и подарю букет. Ну а сами рокеры не отвернулись от вас? Тогда не очень воспринималось, потому что, типа, знаешь, горе тем, кто предал рок. Я рок не предавал, понимаешь? Сейчас звучит очень смешно. Кто предал рок? Я предал рок. Ты понимаешь? Я стебаюсь над этим до сих пор, понимаешь? Если раньше были песни о труде, то теперь стали песни об отдыхе. Вот о таком бессмысленном каком-то. Понятно, что клубов нет, ходить некуда. Еще не различая, где кончается гласность и начинается свобода слова, власть будто вцепилась за поведение Пугачёва в Прибалтийской. Для острастки другим. Ведь почувствовали, что в стране начинается необратимое. Если его в корне не подавить, то СССР развалится. Подавить пытались, подавив Пугачёва. Вся советская информационная машина с локомотивом, агентством ТАСС, неслась с пометками «Срочно!». Но Пугачёва открыто административное дело в Василеостровском отделении милиции. Главный свидетель – поэт Илья Резник.
Он уселся на пол в поле Прибалтийской, когда Алла Борисовна приказала протестовать. Садись. Забастовка сейчас. Садись. Я устала быть хорошей. Оценив силу несуществовавшего тогда еще пиара, Пугачева на весь 87-й год оказалась первой в рейтинге самых обсуждаемых сплетен страны. Устала, Алла! Вот. Слухи года. Пятое место. Рассказывают, будто Константин Кинчев, солист «Алисы», выкрикивал фашистские лозунги со сцены. Даже идет суд, но вскрывается, что Кинчев всего лишь посвятил песню ментам и прочим гадам. Четвертое место. Две звезды, Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Две светлых повести, несуществующие еще желтой прессы. Страна, кажется, только и живет, что шутками об их романе. Третье место. Рассказывают, будто Борис Ельцин, будущий президент России, в этом году порывается покончить с собой. Это разгар его конфликта с генсеком Горбачевым. Второе место. Марш металлистов. Поклонники едва еще известного музыкального течения, говорят, прошли по российским городам, избивая прохожих. Первое место. Гостиница «Прибалтийская». Заказывал номер директор Пугачевой, Олег Непомнящий. За работу с первой певицей страны он и сам прослыл мэтром шоу-бизнеса. И даже сыграл самого себя в недавнем фильме «Попса». Вложи бабки большие, и я сделаю звезду. Даже в уме не укладывается. Мешками письма с требованием там уничтожить ее. Ага, попалась? Ну ты у нас сейчас попляжешь. Через пару минут. Как заканчивалась советская эстрада? И отчего она так и не скончалась? Первые русские продюсеры и первый черный нал. Рождение русского шоу-бизнеса. Пару минут. Зажженная еще в 60-х, как идеологически выдержанная развлекательная программа, к 87-му «Голубой огонек» смотрелся уже вечным огнем советской официальной эстрады. Предлагаемое ко всякой праздничной дате меню этого эфира включало десятилетиями знакомые блюда. Их рецепты пережили, кажется, все перемены в стране. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере, глупое, все тебя мучит одно. Песня 87. Не счесть детей твоих. И песня 2007. Хулиганы. В принципе, исполнители те же самые, только в 2007 году они намного моложе. Я имею в виду, вот какой-то эликсир они там что выпилили, так питаются лучше, пьют меньше, наверное. Но главный концерт советской поры проходил раз в год, 10 ноября, на День милиции. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Музыка и стихи Сергея Шнурова. 3W. ВВВ. Исполняет автор. Самый сытный коммунистический корпоратив. Когда тормозит меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня покой. Советские звезды рвались здесь выступить. Не за деньги, их не платили, а за связи. Артистов в программу, говорят, отбирал лично министр внутренних дел. Это были народные артисты. Безусловно, и только. И 2-3 молодые звезды. Но обязательно какой-то такой плодородный, как говорили раньше, слой. Тех, кого любила страна, кого признала страна, кто был ее гордостью, кто был ее статью. Не забыто ничто, и никто не забыт. Не то, что там дурной вкус это посмотреть, даже обсуждать это и говорить, что это плохо, там, не нужно было, потому что, по идее, всего этого не должно было существовать. Но существовать чему-то другому едва бы позволили. До 87-го года без литования, то есть без цензуры, не игралась, кажется, ни одна нота на советской сцене. Худсовет при Министерстве культуры был сложен из первых и самых перегруженных регалиями композиторов страны. Молодому автору казалось эту оборону не пробить. Я принес песню, которая называется «Старинные часы». Старинные часы еще идут. И они находили блох каких-то там. Амуры на часах сломали лук и стрелы. Что такое?
Какие амуры, что они сломали там, да? Амуры на часах сломали лук и стрелы. Где на часах? Где амуров? И чтобы они сами ломали. Представьте эту картину, да, старинный сет, там два амура там ломают все это где-то. Не, неправдоподобно. Случись западным артистам делать карьеру в СССР, то они едва дошли бы до сцены. Министерство культуры СССР. Перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения. Группа Sex Pistols пропагандирует панков, насилие. Iron Maiden – религиозное мракобесие. Julio Iglesias – неофашизм. Тина Тернер – секс. Этот список расходился по всем советским дискотекам. Если ставили незалитованное, дискотеку могли прикрыть. А вот артистам за исполнение непрошедшего худсовет и вовсе запрещали выступать. Мы не работали месяц-два. Росконцерт начинал голодать. Потому что кроме нас в Росконцерте еще было два оркестра. Большие танцевальные коллективы, которые, видимо, без нас не собирали ту аудиторию, которую они собирали с нами. Нам втихаря разрешали поехать в какой-нибудь этап в Красноярск. Росконцерт – это что-то вроде нынешнего продюсерского центра. Эта контора с трудом сводила линию партии с коммерческой отчетностью. Сотрудники Росконцерта полуподпольно разрешали выступать не до конца разрешенным артистам. Это нужно было, чтобы заработать. Росконцерт должен был вытянуть требования Госконцерта, генерального продюсера всего советского шоу-бизнеса. Этот тоталитарный осьминог, окутавший всю советскую эстраду, держал свои центры в каждой республике Советского Союза и во всех крупных городах. Москонцерт, Ленконцерт, Киевконцерт. Даже самый скупой из нынешних продюсеров будет самим милосердием рядом с этим монстром. При сумасшедших сборах почти с любого концерта, а в ту пору на них очень ходили, даже самая первая звезда держалась на фиксированной ставке. Мы зарабатывали 7,50, 7 рублей 50 копеек с концерта, или потом нам сделали 9 рублей. Это же было прилично. Работали мы по 3-4 концерта в день, то есть ну, там 20-25 концертов мы давали. Выходившие 200 рублей – это ближе к обычной зарплате, чем к гонорарам небожителя певца. Обойти систему и заработать чуть больше до нынешнего, 87-го года, едва ли кому удавалось безнаказанно. Их сажали надолго, они выходили и опять их сажали. За нами ОБХСС – это отдел безопасности хищения социалистической собственности. Страшно, все его боялись. Они тут же проверка была. Вот концерты Пугачевой закончились, тут же проверка. За нарушение правил валютных операций, проще, за спекуляцию, еще не ставший первым продюсером страны Юрий Азеншпис сидел с уголовниками. Отвечавший за вид советской эстрады Госконцерт делился монополией в шоу-бизнесе с фирмой грамзаписи «Мелодия». В 80-м годам она отметила свое 20-летие. Больше звукозаписывающих компаний в стране нет, и что слушать всему СССР, решает группа начальников «Мелодии». Размещение штаб-квартиры фирмы в пустующей церкви словно бы подчеркивало власть «Мелодии» над душами. Сотрудники фирмы в том, что было здесь до них, не очень разбираются. Католическая церковь. Она где-то построена была тысячи лет до нашей эры. Так, залу этой англиканской кирхи Святого Андрея в Москве накинули лишних 3000 лет и оборудовали в ней помещение для студийных записей. В этой башне была фонотека фирмы «Мелодия». Руководивший в советскую пору ленинградским отделением фирмы «Мелодия» Андрей Тропила недовольствовался только размещением в здании церкви. В Питере это тоже была лютеранская кирха. Он свое отделение превратил в настоящий церковный приход. Вольнодумный Тропила, он первый босс «Мелодии», кто стал записывать и издавать рокеров. Вот настоящий микрофон, кстати, на который писался и Виктор Цой, и Борис Гребенщиков. На пластинках с конца 80-х стал печатать «Рок-н-ролльный приход Единой Лютеранской Церкви России». Вообще звучит здорово, да? Рок-н-ролльный приход Лютеранской Церкви. Более чем, да. Да. Поэтому я вообще-то имею, как бы сказать, сан, и так что я могу вам отпустить грехи. Тропила, похоже, последний, кто еще подгонял дряхлеющего монстра «Мелодии» к научно-техническому прогрессу. Завтра в Москве начнется производство первых советских
компакт-дисков. Мелодия формально и сегодня существует, но это какой-то небольшой кусок, где осталось несколько сотрудников, которые имеют доступ к фонотеке, которая на самом деле вся вывезена давно. Выпуская пластинки разрешенных артистов, Мелодия и самих артистов выпускала на сцену. А вот то, как им там надо было себя вести, определяло центральное телевидение. Эдита Пьеха всего 20 лет назад была первой, кто вообще решился отойти от микрофона на сцене. Тотальный контроль эстрады и эфира запрещал дикторам носить усы или бороду, одевать кожаные пиджаки, джинсы, быть без галстука. Женщин вырезали из эфира за декольте, так было с Ириной Понаровской, или за сережку в одном ухе, за это досталось Анне Веске. Тяжелее всего приходилось Валерию Леонтьеву. Только теперь, в 87-м, кажется, смирились с его прической. Его называли Пугачева в брюках. Дельтаплан, ярмарки краски, цирковая эстетика. Он был чем-то вроде юродивого, городского умалишенного. Насколько я знаю историю вашего становления на эстраде, она связана с какими-то бесконечными препонами. Да, конечно, костюм, движение, значит, прическа, внешний облик. Да что ж такое, да вплоть до формы носа, да что-то с ним не то, понимаете? Вот такие вот реплики раздавались. А что, он постоять не может, но передавали друзья, так сказать, вхожие в комнаты, где худсоветы обсуждали очередную программу и так далее. До нелепостей, конечно, доходило. Алла Пугачева была, кажется, единственной, кто отвечал на эстраде и за вульгарность, и за вкус. Как бы ни смущали начальство ее нравы, когда заходила речь о международных конкурсах, отправляли, конечно, ее. Она была человеческим лицом социализма. Мол, и в зажатой стране можно так, раскрепощенно. Алла Пугачева была вот такое явление, как кость. Такая вот такая большая заноза в так называемый совок. Вот в задницу совка. Это было приятно. Заноза сидела глубоко и от того, что Пугачева прославилась и вне страны. Она дружила с группой Абба и писалась в ее шведской студии. Алла Пугачева, как вам нравится Абба? Мне очень нравится Абба. Вообще для меня большая честь, что они вот в Москве пришли на мой концерт. Рассказывают, что советская певица была настолько популярна в Скандинавии, что даже Стокгольмский паром назвали в ее честь Аллой. После скандалов Прибалтийской и всесоюзного осуждения Пугачева, говорят, и вовсе чуть не уехала из страны. Она могла уехать просто из страны тогда? Политика правительства потерпела бы фиаско. Такое очень серьезное. Это был бы их проигрыш, а не ее. Почему? Ну, потому что когда главный человек уезжает и говорит, что вот до чего могут довести, это такой серьезный сигнал. Через пару минут первый русский клип и последний недосмотр худсовета. Как по телевизору перестали вещать и стали разговаривать? За что Элтон Джон так любил Советский Союз? Пару минут. До перестройки в стране водились только хорошие дети. К 87-му году показали всех остальных. В программе «12 этаж» отцы и их трудные дети говорили в прямом эфире. Зрители звонили в студию. Прежде на телевидении такого и не видели, и не предвидели. При советской власти как бы считали, что для молодежи можно делать вот все то же самое, но можно допустимо поострее. То они просто, эта редакция была, которая лучше чувствовала какие-то запросы аудитории. Поэтому как только разрешено было запросы удовлетворить, то есть показывать то, чего люди хотели бы видеть, а не то, что хотел бы видеть начальство, вот, то в этот обрадовавшийся пролом ринулись прежде всего те, кто к тому времени работал в молодежной редакции. Ну вот он, 12 этаж. Здесь размещалась молодежная редакция центрального телевидения. Так молодежному пошарпаненько. Все же пытались к социализму прикрутить человеческое лицо. Знаешь, вот так вот и было. Все стали вдруг в один момент не вещать, а разговаривать. А главной темой тех разговоров была, похоже, музыка. Леш, да. Тебя музыка интересует? Конечно.
Смотри, здесь еще одна заметка о Гребенщикове аквариум. Советская музыка в Америке. Немыслимый успех передач молодежки еще и в том, что то, чего раньше едва можно было услышать, у них можно было увидеть. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли, и один за одним. Я там, как выглядит Виктор Цой, узнал много позже, нежели чем и услышал. А в какой программе? По-моему, это был «Взгляд». Первый клип «Алиса» снял Костя Эрнст лично. А что это было за клип? Песню не помню. Помнишь, они, он идет, Костя идет, который Кинчев, по коридору, совершенно верно, да. Да-да-да, что-то такое. Песня «Аэробика». Клип, конечно, стильно черно-белый, со злободневными вставками картин политической жизни, как и многие другие, из той поры будто выплевывал, как делал сам Кинчев в начале клипа, на окружающих главное взглядовское настроение. Слова «мы уже почти стали в рост», «нас уже почти невозможно пасти» — это казалось точнее всего про то время. Скорее, усталость от этой серой, скучной жизни, от того, что вот хочется чего-то другого. Все это формулировали по-разному, но в тот момент казалось, что одинаково. Хотим, чтобы все это поменялось, поменялась система. Последняя группа, которую мы распечатали, это был «Наутилус». Так что у них, конечно, тексты уж очень такие жесткие. А что там жесткого? Я рад, что задают такие вопросы, говорят, что страна поменялась. Нет. Совсем привычное теперь, но революционное тогда сочетание острой музыки и доступной интонации сделало родившийся в этом году «Взгляд» лидером перестроечного эфира. Телеэфир. Пятое место. Утренняя почта. Эта еженедельная получасовка далеко отстояла от нынешнего понятия «формат». Всякий раз по-разному, и всякий раз разные ведущие в ней пели песни и снимались в чудо-фильмиках, клипах. Утренняя почта – это музыкальная передача. Вроде бы я не знаю. Поэтому поменьше слов. Я слова не сказал. Четвертое место. Телемост журналистов СССР и США. В прошлом году в таком телемосте прокричали хрестоматийное «В СССР секса нет». Но это не новость в смысле того, что только сейчас это придумали. Третье место. «Прожектор перестройки». Эта 10-минутка вдогонку к программе «Время» придумывалась как резкое критическое эссе. Но запал критики скоро спадет, и через год программу будет не отличить от самого «Времени». Подсчитайте, сколько у вас знакомых в Москве, Саратове, Душанбе, Хабаровске, у которых есть свободные 100 тысяч долларов. Второе место. «Взгляд». По-моему, мы да, несколько перебрали за рамки. И первое. Музыкальный ринг. Встреча с Сергеем Курехиным на нашем музыкальном ринге. Музыкальный ринг, ну, была прорывная программа. Это как раз вот и было первое ток-шоу на советском телевидении. Не а в чем был прорыв? Прорыв в том, что были зрители, был артист какой-то по преимуществу странный. Были комсомольские работники в роговых очках с усами и задавали какие-то глупые и нелепые вопросы. Что-нибудь вам дает опубликованные за этот год, 86-й, уже два постановления ЦК партии и Совмета министров СССР об улучшении концертной деятельности? Вы для себя в них что-нибудь находите или нет? И артисты также глупо и нелепо пытались на все это ответить. Нет, ну не мы должны искать для себя в них, а концертные организации, вероятно. Но они пока ничего не нашли. Все это было наивно, но как-то более или менее открыто. Но даже эта более или менее открытость смотрелась большим открытием. На ринге первый раз в телеэфире Борис Гребенщиков. Мы до сих пор поем, хотя я не уверен, хочу ли я что-то сказать. И Жанна Агузарова с группой «Браво». Он пропоет мне новую песню о главном. Стартовавшая тогда мода на открытие новых имен к исходу 80-х сотворить немыслимое. В программе «Шире круг» станут выступать и вовсе самодеятельные артисты. А сейчас следующим номером нашей программы... Там, к примеру, обнаружится перспективный болгарин Филипп Киркоров. Будто подхватывая моду открывать имена, фирма «Мелодия» в 87-м открывает, наконец, уже 7 лет как умершего Владимира Высоцкого. Первый раз издано полное собрание его пластинок. В поддержку вышел книжный бестселлер «Вдовы Высоцкого» француженки Марины Влади. И посмертно Высоцкому присудили госпремию СССР. Все не так. Почему этого не сделали еще при его жизни?
перестройке должен был быть свой певец. И Высоцкий, как никто, подходил на эту роль. То есть он на самом деле раньше Цоя мог проголосить, что мы ждем перемен? Нет, он говорил по-другому. Все не так, ребята. Все не так, ребята. Безо всякого упования на перемены в этом году выходит в прокат документальный бестселлер «Легко ли быть молодым?». Километровые очереди в кассу кинотеатра «Россия» дорываются до немыслимых прежде образов. Молодых советских граждан, в которых советского, читай, социалистического, уже нет ничего. Все идет от мира взрослых, а слепо принять его законы я просто не могу. Просто подлаживаться, лгать, мол, это для вас хорошо и мне, значит, хорошо. Я не могу так. Свобода таких высказываний делала бессмысленным и главный контролирующий орган эстрады – худсовет. Ну что ж, товарищи, молодой исполнитель хочет поступить в штат нашей филармонии. Последнее, что еще пытались не пропустить, был сражающий членов худсовета своей бессмысленностью шлягер Михаила Муромова. Кто хочет высказаться? Срезали, срезали. Ну что это? Ну что? Нет, ну что это яблоки? Ну что это за текст? А потом некуда было деваться, потому что из каждого окна ехали яблоки на снегу. «Яблоки на снегу» стали провалом летающих органов и началом настоящего шоу-бизнеса. За разрешенную властью возможность открывать собственное дело – кооператив. Первыми схватились Стас Намин. Созданная им компания «Центр Стаса Намина» стала первой продюсерской конторой страны с, невероятно, частной студией звукозаписи. И бывший инженер-радиотехник Сергей Лисовский. Следом за Наминым он открывает свою продюсерскую фирму «Рекорд». Тогда же в ДК имени Горбунова разрешают открыть первый клуб филофонистов, любителей музыки. До этого пластинками обменивались как-то нелегально в музыкальных магазинах и даже чуть ли не в лесах. Были облавы, гоняла милиция, дружинники. Для разрешенной торговли и обмена места не хватило. Горбушка разрасталась и поглотила, кажется, весь Советский Союз. Свободного обмена информацией не выдержит ни один режим. Пластиночки – это так, с виду пластиночки. А на самом деле? А на самом деле это вот как раз свободный обмен. Вот это, тем более часто с интернетом так вообще. Уже стали чувствовать, что можно заработать безболезненно и безбоязно. А почему? Проверка ослабла? Она не нужна была. А кто будет проверять? Уже АБХСС не существовало. Для советских эстрадных чиновников сборник, когда в одном концерте несколько десятков артистов, экономически всегда был беспроигрышней. Так точно попадешь в любого зрителя. Когда разрешили зарабатывать частно, делиться артистам не захотелось. Чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Начинают сколачиваться сольные программы и необходимая при них наука саморекламы. Всему этому учились только на Западе, родине шоу-бизнеса. Через пару минут. Как Бонни М пустили на Красную площадь? И как выпустили из страны Гребенщикова? Почему Горький парк остался парком Горького? Западный мастер-класс советскому шоу-бизнесу. Пару минут. Эти фотографии на тоталитарной брусчатке Красной площади для мирового престижа группы Бонни М были сродни фотографиям на Марсе. Одни из первых западных гастролеров. Они в Советский Союз приезжали еще в 78 году с условием, что им разрешат снять клип на открыточном фасаде собора Василия Блаженного. Теперь, в 87-м, их прорыв сумеет повторить чуть не все западные звезды. Ну да, но тогда же Горбачев поехал со своим шоу, объездил всю планету, имел успех в Америке. Вот. И тогда же, собственно, и западные артисты в ответ на потепление отношений стали приезжать. Это было, ну и на самом деле, был, когда был зеленый занавес, какие поющие инопланетяне. Когда был железный занавес, когда, вернее, он рухнул, да. Все с диким интересом ринулись сюда, хотели узнать, что за люди здесь живут, что это за монстры, что это за империя зла. Угу. Кто тут вообще? Где эти медведи на площадях? Где эти балалайки? Где эта русская дикость?
Западное представление о русской дикости, кажется, все вылилось в клипе «Распутин». Солист Бонни М. отплясывал с накладной окладистой бородой в глинцевидной косоворотке. Зараженные, едва ясной экзотикой а-ля Рус, западные гастролеры назначают Советский Союз самым элитным своим направлением. В феврале нынешнего 87-го года в СССР приезжает вдова Джона Леннона Йоко Оно и даже заезжает в ленинградский рок-клуб. Концерты, посвященные 50-летию Джона, они пройдут в Англии, Японии, Соединенных Штатах Америки и, что меня очень радует, в Советском Союзе. Но и сам Советский Союз переживает невиданное прежде – беспрепятственную близость к Западу. Фирма «Мелодия» напечатает пластинку Маккартни с выдержанным названием «Снова в СССР». Back in the USSR. А в новогоднем огоньке по центральному телевидению покажут хит группы «Абба». Через несколько минут кремлевские куранты возвестят о рождении нового 1987 года, года 70-летия Великого Октября. Два года назад в мировом шоу-бизнесе был какой-то повышенный интерес к финским группам. Но сейчас он тоже сошел на нет. То есть Советский Союз когда-то занимал ровно такой же, был такой период Советского Союза, период интереса к Советскому Союзу. Да. Песня 87. Пятое место. Наутилус Помпилиус. Шар цвета хаки. Эта антивоенная утопия от статичных свердловских рокеров с вокзальным макияжем звучала приговором затянувшейся войне в Афганистане. Четвертое место. Лайма Вайкули и Валерий Леонтьев. Вернисаж. Для дебютанки Вайкули это стал первый народный хит. Для уже мэтра Леонтьева, пожалуй, что последний. Третье место. Александр Барыкин, «Букет». Все-таки в образе крепкого лирика с акустической гитарой наперевес, а не как новогодний комик, Барыкин полюбился зрителям. Второе место. Группа «Черный кофе», «Владимирская Русь». Пока страна смутно гадала, что ей ближе, советская эстрада или русский рок, настоящую популярность приобрел «Heavy Metal» с его вдумчивым славянофильским хитом про деревянные церкви Руси. Первое место – Алла Пугачева. «Алло, алло». Пугачева чаще брала распевными вещами, но из ее танцевальных боевиков «Алло, алло» чуть не самый лучший. Еще большим прорывом кажутся те, кто сумел сам прорваться на Запад. Первым Борис Гребенщиков уехал в Америку по приглашению музыканта и продюсера Дэйва Стюарда. Но сперва почти всех музыкантов «Аквариума» американцы признали профнепригодными и отстранили от записи, а после и записанный в Америке альбом «Radio Silence» — «Радио Тишина» — сокрушительно неуспешен. 200-е место рейтинга. 20 с лишним лет ты прожил в сознании, что ты никогда не увидишь мир, и вдруг оказывается, что это можно. То есть голова закружилась у всех. Группа «Парк Горького» в ту пору успешнее стала экспортировать советский стиль. Едва появившись, они принимают предложение американского продюсера уехать в Штаты и стать группой «Горький парк» с логотипом GP, походящим на серп и молот, герб модной теперь империи. Из всех таких попыток «Парк Горького», конечно, самый удавшийся. 2 месяца они держатся в хит-параде топ-15 на MTV и не вылезают с верхних строчек рейтингов самого авторитетного музыкального глянца – Billboard. Никто другой, кроме «Горький парк», не сумел так бойко торговать родиной. Гитары, балалайки, шаровары, косоворотки, горби и арбатские матрешки. Дело в том, что надо было бежать. Надо было не ехать, а бежать, находить пути какие-то. То есть, как говорят, валить там, понимаете, отсюда. Я когда приехал в Америку, и первое интервью, которое у меня брали, мне спрашивали, а зачем вы приехали в Америку? Я приехал, сказал, я приехал сюда, чтобы стать звездой. А почему не получилось? В Америке шоу-бизнес действительно является серьезным бизнесом. И там просто так тебе, там, из любви Горбачев-шоу никто тебе ничего не скажет, не сделает тебя мега-звездой. Через пару минут. Атака прибалтов. Как Лайма Вайкуле потеснила Пугачеву? И как Алла Борисовна ответила за свои слова в гостинице «Прибалтийская»? Пару минут.
Десятилетиями до того западная музыка была только в программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» — официальное советское окно в Европу. В эфире «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Все песни с подстрочным или даже дублированным переводом, что всегда дает возможность корректировать неудачный для режима смысл слов. Будто подтрунивая именно над этой советской манерой перевода, в 87-м Сергей Минаев выпускает пластинку с перепевками на русский западных хитов. Минаев – человек с инопланетной, западной профессией диджей. Сначала это была шутка, это были пародии, надо было никаких переводов, не было никаких модерн токенов. Это было просто желание, чтобы мы танцевали не только под разрешенную советскую страну, но и под современную музыку, но на русском языке. Проводить первые дискотеки Минаеву разрешили только в этом году. Здесь, в Московском саду «Эрмитаж». Эрмитаж, ты мой родной. Ну, зачем нам здесь микрофон-то еще нужен? Две колоночки, билет по 30 копеек и... Опа! На английском мы не имели права я исполнять, а крутить английскую музыку мы тоже не могли. Вообще это был тоже большой ход такой, понимаете? Когда к нам приходила проверочная комиссия и говорила, что вот же они тут крутят фирмово, походил я и пел «Не смотри на меня, братец Луи-Луи». Они: «О, так это русский язык». И пока комиссия разбиралась, что это вообще-то принадлежит фашистскому дуэту, ну, так они их могли назвать, модному токарю из Берлина, мы уже сворачивали дискотеки и убегали. Символ 87-го года – кооперативная палатка. А символ кооперативной палатки – льющийся оттуда голос Сергея Минаева. Дижакей Сергей! Дижакей Сергей! А ну-ка, покажи нам пару новых идей, дижакей Сергей. Всем известно в мире, что и дижакей, как и всем и хочет жить. Лепится все же, ярлык открепить, что за ним должны мы последить. Класс! Западником обзывают теперь и бывшего вокалиста ансамблей с подчеркнуто отечественными названиями «Свитязь», «Черемуш» и «Поющие юнги». В 1987 году Александр Серов побеждает на конкурсе «Интертелент» в Праге и получает буржуазное определение «Русский Том Джонс». Тогда же в эфире его клип «Мадонна» с картинками далекой заграничной жизни. Фирма «Мелодия» в этом году открывает «Секрет». Группа с Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым уже абсолютные звезды, и выпущенная «Мелодия» и пластинка будто догоняет их славу. От этой четверки повеяло западом, причем сразу, узнаваемым. Добродушные простачки в галстуках, взятых у ливерпульской четверки «Битлз». Вроде давно ушедшая мода в Советском Союзе смотрелась свежей. Костюм года. Пятое место. Ливерпульские ленинградцы. Секрет. Четвертое. Джинсовый кардиган с лосинами. В таком Алла Пугачева дозванивалась в главном хите года. Третье место. Исчезли солнечные дни Валерия Леонтьева. Но скорее не сам смокинг певца в обтяжку, к таким уже привыкли, а сопровождение странноватой гармонистки. Второе место. Кожаная куртка на голое тело Константина Кинчева. Первое. Взрыв стиля. Почти мужская бабочка Лаймы Вайкули в главном дуэте года. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. И не странно, что первая по-настоящему западная звезда в 87-м году дебютирует в новогоднем «Огоньке» вместе с самым несоветским певцом Валерием Леонтьевым. А вот меня тебя весной. Этот главный ее хит Илья Резник с Раймондом Паулсом сочиняли для Аллы Пугачевой. Это был период охлаждения взаимоотношений с Аллочкой. И Лайма родилась как бы вот пандан Али Борисовны. Смотрю на вас. Это была Юрмала, Болдыри и кабаре такое начинало. А на маленькой такой эстраде, не знаю, 2,5 на 2,5, подсвеченной снизу, танцевала загадочная какая-то певица-танцовщица с тремя подтанцовками, с тремя девушками. И пела на латышском языке зарубежные песни разные. И каждый раз Лайма ко мне подходил и говорит: я хочу на большую сцену. Не, эта западность была изначально. Конечно. Да? Вы ее просто вот, как-то помогли ей таким образом. Ну, конечно, нет, но это Латвия.
Я во двор выходила с коробкой конфеткой. Всегда мне мальчишки кричали вас: «Эй, шоколадка!» Невиданный в ту пору образ, холодноватая и слегка стервозная, голос с холодком, стильные аранжировки, вызывающий беретик на голове, никакой пугачевской женской задушевности. Репертуар, одежда и акцент, который впервые воспринимается не анекдотически. Прежние прибалты Анны Вески и Тыни Смяги смотрелись скорее забавными существами из союзных республик со смешным акцентом. А вот на эстраде вы чувствовали, что вы совершенно не такая? Я работала в филармонии, и я говорила, что у меня были такие фирменные лодочки. У нас вечно очень много посылок было в Латвии. И я пела «Клен кудрявый, да клен зеленый, листы да». По-моему, я даже не понимала, о чем я пою. Но на мне были эти туфли, и весь зал поднимался вот сзади и вот показывал на эти туфли. Вот примерно так я чувствовала себя как-то неуютно. Ты понимал, что это чья-то другая жизнь, абсолютно не твоя. И поэтому, когда вот эти загадочные люди, да, прибалтийские, выходили на экраны, и это был вот этот какой-то такой недоступный мир, где они были там, а мы здесь, вот мы могли общаться там исключительно через телевизор. Через пару минут. Последний запрет программе «Взгляд». И последнее слово Пугачевой о скандале в Прибалтийской. Рождение русского шоу-бизнеса. Пару минут. В ту пору, когда разрешалось, кажется, все, программа «Взгляд» получает самый неожиданный запрет. Представляешь себе, что будет твориться в Советском Союзе, если, так сказать, будут бить во всех городах всех тех людей, которых программа «Взгляд» показывает? Вы не поверите, например, был запрещенный клип Аллы Пугачевой. Так какой? «Бей свои, чтоб чужие боялись». Бей свои, чтоб чужие боялись. Потому что его премьера прошла в программе «Взгляд» в момент, когда Ельцина сняли с руководителя московского горкома партии, а, соответственно, из этого были сделаны далеко идущие выводы, что мы все знали заранее. Уважаемый автор. Но цензоры в злободневной песне на стихи Ильи Резника, свидетеля скандала в Прибалтийской, не разглядели главную в ней злобу дня. Уважаемый автор, это Пугачева обращалась к авторам всех статей о ее поведении в ленинградской гостинице. Все грехи приписали мне вы. Прибалтийскую гостиницу строили, по-моему, финны. Да и на берегу Финского залива. Такой филиал Запада в Петербурге. И тут себя можно было вести по-западному. Быть артистом с большой буквы А. Окошки тут, конечно, замечательные. Такой символ гласности. Вот. Кошка есть, открыть его можно, но не до конца. Тут есть ступор. Вот так можно, а дальше все. А почему это символ гласности? Потому что тоже можно было говорить, но вот столько. Все, товарищ Сахаров, все, ваше время. Я кончаю. Два регламента истекло. Я прошу извинить меня. А вот дальше это уже было безобразие. Любить и петь. Бей, бей, бей своих, чтоб чужие.